В Аликовском районе теперь есть свой культурный код. В минувшую субботу в самом центре и деревне Большие Шиуши открылись два учреждения – кинозал и Дом культуры. После длительного перерыва государство наконец-то обратило внимание на сельские дома культуры. Всевозможные федеральные программы, гранты позволили модернизировать большинство учреждений в республике. В субботу был праздник в Аликовском районе. На базе местного Дома культуры открылся новый кинозал. Современные кинозалы сегодня востребованы. Сегодня вот практически открываем у вас 14-й кинозал. На днях до Нового года откроем в Евреченском районе. На это мы выделили около 80 миллионов рублей. Сперва в городах. И практически кинозалы заполнены. Это очень важно. Централизованная клубная система выиграла грант Российского фонда кино. А это ни много ни мало 5 миллионов рублей, которые ушли на приобретение кинооборудования. За счет этих денег мы обновили кресла, вот 350 новых кресел в этом прекрасном зале. Экран вот приобрели, монтаж сделали, видите, усилители стоят. Аппаратуру всю новую нам завезли, провели пустоналадочные работы. Даже в 3D формате можем смотреть. И теперь практически каждый день этот кинозал, центральный районный дом культуры будет работать и показывать, по-моему, если я не ошибаюсь, по 4-5 фильмов в день. Будут показывать отечественные фильмы. А в Больших Шиушах построили новый клуб в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Источники финансирования – республиканские и местные бюджеты. Остались деньги и на мебель, и на сценические костюмы. Я очень рада, что у нас в деревне открылся прекрасный клуб. Здесь очень красиво, прекрасно и тепло. Все радуются, у всех на глазах улыбка. Чтобы новый дом сразу же пропитался нужной творческой атмосферой, художественные коллективы села устроили праздничный концерт.